Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет об антуриуме. То есть у меня внеплановая пересадка этих растений моих. Просто я заметила, что есть какая-то проблемка. И потом я поняла все же, что это за проблемка, и поэтому нужно пересадить. Я вам сейчас все буду рассказывать. Когда растение находится, ну, живет очень долго, и растение уже понимаешь, да, что что-то ему не так, что-то ему некомфортно. А что некомфортно может, это, конечно же, что-то не так с корневой системой или составом грунта. То есть я вот заметила, что у меня была пересадка где-то в феврале, по-моему. У меня есть видео на канале, как я их пересаживала, вот эти новые кашпо. Я готовила грунт, и я же там допустила ошибку. То есть я уже могу сказать 100%. Растение мне нравится, когда вместо керамзита ложат пенопласт. И это я заметила не только вот по антуриуму. Это было и в адениумах, и в других растениях, где вот ложила я пенопласт. Я это везде уже все поменяла, и, конечно же, я его больше ложить не буду. И вам тоже не советую. То есть это вот моя ошибка была. Ну, как говорится, мы на ошибках учимся. Пока сам не попробуешь, как говорится, и не узнаешь. У меня было вчера видео на канале, я пересаживала алоказию. Это тоже ароидная, это родственники ее тоже. И мне очень понравился, какой я приготовила для нее грунт. И я еще из-за этого просто думала, почему бы мне не посадить такой грунт антуриума. Им же тоже это понравится. И заодно, конечно, уберу этот пенопласт и обновлю им к зиме грунт, чтобы они себя чувствовали комфортно. Начнем с красного. Ну, кашпо мне нравится, очень декоративно смотрится. Ну, так как уже вы, наверное, знаете, антуриум не любит большие кашпо. То есть вот это вот кашпо ему прям вообще хорошо по размеру. А этот декоративный на ножке, он как бы смотрится очень хорошо. Мне нравится очень. Ну что, приступим. Сейчас я быстренько его попробую отсюда. Ну вот, слава богу, корни все хорошие, все светлые корешочки, все хорошо. Ну, конечно, сейчас я это все, но я его не буду чистить, все, я прям рада, что корешочки все хорошие. Сейчас займемся составлением грунта. Я его сейчас положу, пусть он проветрится. Так, сейчас, чтобы здесь листочки не поломать. Вот видите, пенопласт, он как бы спрессовал вот эту вот почву, и влага не уходит. Там получается вот этот застой, чего не могут терпеть вообще не то, что ароидные, а ни одно растение так не может терпеть. И вот хорошо, в принципе, я, можно сказать, и вовремя, оно еще у меня декоративный вид не потерял, растение, да, и сейчас оно поправится очень быстро. Я вот здесь замачивала кокосовый субстрат. Смотрите, какой хороший. Теперь я сюда добавлю универсальный грунт. Но он очень хороший грунт. Этот мне нравится вообще. Одну часть. Обязательно древесный уголь. Я просто готовлю сразу в два растения. Древесный уголь, он хорошо, как идет антисептик. Еще хороший. И побольше перлита. Ну, перлит я вот так вот буду потихоньку всыпать. Вот, достаточно. И сюда. Грунт должен быть рыхлым. И сюда же я положу сосновую кору. Такая мелкая, мне очень нравится она. Вот так же половину сюда и половину сюда. Вот, отлично. Филодендрон тоже садила я в такой же грунт. Также вот эту кору использовала, перлит, и он себя очень хорошо чувствует, листья развиваются, никаких пожелтений, ничего нет. Все хорошо перемешиваю. Грунт должен быть воздухопроницаемым, чтобы корневая дышала. Ну вот, отлично получается.
добавлю вкусняшки еще, осмокотик. У меня осмокот для экзотов. Это удобрение длительного действия. Ну вот такую вкусняшку приготовила. На дно я сейчас насыпаю керамзит. Керамзит я добавила вот так. И теперь буду насыпать грунт. Ну, грунт отличный, вообще мне нравится, какой получился. С прошлым никакого сравнения. Конечно, хочется немножко поуже горшочек, на мой взгляд, но поуже у меня нет. Ну вот я совсем немного добавила, и сейчас я буду устанавливать туда растения. Я уже говорила, антуриум, он не любит большие горшки. Но этот горшок, он небольшой, тем более здесь вот так керамзита идет. И вот здесь вот сейчас немного добавится почвы. Это вообще прям хорошо будет. И ни в коем случае нельзя заглублять шейку этого растения. Антуриум любит, конечно же, тепло. Он любит тепло и любит, когда у него корни находятся в тепле. Он у меня стоит на теплом полу. Не любит сквозняков. И любит, чтобы на него даже попадало солнышко. Но не прямые солнечные лучи. Грунт получился очень такой воздушный. Это, кстати, очень хорошо. Так что не допускайте моей ошибки. Ну вот первый мой готов. Сейчас я его поставлю на место. Ну, прям вовремя я увидела у него. Спасла, в общем, свое растение я. А могла бы его потерять. Такого красавца. Ну, сейчас я его унесу в дом, потому что здесь прохладненько у нас. И займемся вторым. И сейчас второго. Переварю уже сразу. Этот-то вообще большой. Но тоже хочу ему тоже сразу поменять. Ну, корневая тоже хорошая, вся беленькая. Сейчас ему тоже поменяю. Также добавлю керамзит. Так что добавлю ему сейчас сюда грунтик. Ну, так, немного достаточно. Моим растениям уже где-то 5 лет. Они у меня уже давно. Я их покупала не такими большими. Это они у меня выросли уже такие. Ну все, поставила их на свое место. Под новую лампу. Им здесь хорошо. Как раз досвечиваться будет. И они у меня хорошо перезимуют. Так как у меня кокосовый субстрат был влажный, я поливать растения не буду. А немножко их вот так вот из мелкого пульверизатора немножко опрыскаю. Я уже говорила и еще раз повторюсь. Для антуриума главное, чтобы было тепло. Он не любит переохлаждение корневой системы. То есть, если пол или подоконник у вас холодный, то лучше послать какое-то полотенчико свернуть или на что-то поставить. Он прям любит тепло, не любит сквозняков и любит светлое место.
любит освещение, ну, не прямые солнечные лучи, а, например, либо восток, либо запад. И поливать его по мере пересыхания верхнего слоя почвы, а то можно и полностью. Он не любит перелива, хоть это и тропическое растение, но перелива он не терпит тоже. У него может сразу сказаться на его декоративной листве. Будут появляться желтые пятна. Это перелив 100%. И я вот на своем примере вам показала, если вы что-то вдруг заметили, что ваше растение, либо какие-то появились желтые пятна, либо какая-то сухая кромка на растениях, лучше сразу посмотреть корневую систему, поменять грунт. Это все сказывается на листьях. Если какие-то есть проблемы у растения, у корневой, даже грунт не понравился, да, я вот сразу это заметила. Я вовремя, потому что я могла бы через некоторое время просто потерять свое такое большое растение, если бы вовремя не пересадила. Так что желаю всем успехов выращивания растений. Увидимся в следующем видео.